Сегодня на массиве Куйлюк открылся комплекс жилой. Называется Хон-Сарой, в переводе «Дворец хана». Какая красота! В честь открытия накрыли столы. Напитки, кофе, сок, плов и салат. Здесь угощают напитками. Вишневый, фанта, перцы, водичка. Так, длинные столы. А здесь водичка и салат. Бей-позари, водичка, это очень полезная водичка. В Узбекистане впервые продается, да. 18 микроэлементов. Всем рекомендуется. Вы пьете эту водичку и никогда не будете болеть. На здоровье. Спасибо.
Стоянка для машин, подземный гараж. Детская площадка.